Что у нас сегодня? Что это такое? Давай посмотрим. Это фломастеры, да? Да. В которые надо дуть. Да. А сколько тут цветов? Давай посчитаем. Посмотри на рисунок, сколько цветов. Давай посчитаем, сколько цветов. Ты видел? А я. Сколько это? Пять? Да, мама. Да. Давай распаковывать. Один, два, три, четыре. А я. Пятый. А последний ты доставай. Ты сколько достал? Давай посчитай. Давай, посчитай на пальчиках, сколько это штук. Нет, смотри. Один, два, три, четыре. Четыре это сколько пальчиков? Не знаешь? Вот даешь, ты же умеешь считать. Yeah. Доставай, там еще один остался. Упс. А где сам фломастер? Ну. Вот он сам фломастер. И давай доставай, там что-то еще есть. Ты доставай, что хочешь. Смотри, это трафареты. Трафареты с разными зверюшками. Давай возьмем вот лучше мишку. Там принцесса, да, сложно. Ты, кажется, еще принцессу измял. Нет, принцесса сложная. Давай возьмем мишку. Смотри, мишка. Чуть попроще. Надо вот сначала эту надеть сюда. Давай. Хорошо прям вставляй. Теперь сверху вот эту одевай. Теперь дуй туда. Получается? Давай, подержу, а ты дуй. Нарисуем мишку. Неудобно тебе? Попробуй подальше. Поднимись на коленочки. Ага, вот так. Вот так, смотри. Повыше подними. Получается. Здорово. Еще чуть-чуть, и мишка получится. Выше поднимай. Лучше будет. Так, еще ножки надо. Еще вот эту ручку. А еще вот тут. Ножку вот эту еще лучше надо. Вот так надо, да, дуть и водить. Вот здесь давай еще, где белое, попробуем. Вот так, да, умница. Встал, поднимай. Смотри, получился. Ой, как Барни, да? Да. Еще хочешь? А да. Это кто? Зайчик? Да.
ты еще вот эту кнопку. Какого цвета зайчик будет? Давай зайчик вот сюда. Нет, не так. Надо сделать, поменять их местами. Ава? Да. Ава? Да. Вот так, только сначала вот эту поставь. Ты до упора? Смотри, вот это надо лучше. Вот так. Надо лучше вставить. Только ты выше поднимай. И води. Вот тут. Вот еще лапка. Вот тут ручка. Ушко вот это. Еще вот тут ручка. Вот здесь белая. Готов? Легко? Да. Давай вот тут еще чуть-чуть. Вот здесь еще. Да. Готов, думаешь? Давай посмотрим. Зайчик. Ну, непонятно, что это зайчик. Но... Также на канале Монкиту смотри мультфильмы, видео с детьми, уроки рисования «Кубик расскажет», видео про машины, самолеты, поезда, познавательное видео про животных, презентации игрушек.